Какая завуалированная тренерская хитрость. А почему нет, да? Проиграют, объективно скажут новички. Ох, какой момент! И Максвелл, вторая голевая передача. Великолепный у парижан в этом матче. И второй гол из центра поля, да, с центра штрафной. К вопросу о взаимодействии Фила Джонса и Дели Блинда. 2-0 на 34-й минуте. Айда парижане! Лукас на Ибрагимович. Тот налево. Максвелл аккуратно дошел. Дармиан почему-то очень плотно играл в этом эпизоде. К центральному защитнику шел на помощь. Оголил фланг. И очень легко Ибрагимович выскочил в своей фирменной манере на коротке. Ну и Дахе. Дахе, на мой взгляд,